Приветствую всех на канале Мир Приколов Геймс, на связи Александр Приколист, и мы продолжаем выживать в игрушке Don't Starve Shipwreck, это с большой подборкой модов. Основные моды на персонажа Чена и мод на случайную встречу, который добавляет периодически рядом с нами что-либо, либо кого-либо. И, кстати, у нас тут на островке пришел холодильник, появился епископ. Робот, как раз я ищу шестеренки, плаваю, не нашел. Алтари тоже почему-то не завезли в мой мир, хотя я по максимуму выставил, и вот сколько я уже исследовал, ни одного алтаря нет. Такое ощущение, что все алтари на одном острове, либо их вообще нету, либо очень мало. И, кстати, мы где-то клад, вот тут клад, кстати, там камушки могут быть. Ну и чем займемся? Наверное, мы сейчас поправим себе рассудочек, поправим здоровье. Рассудочек что-нибудь поизучаем. Тут все это нужно повыкапывать, заселить змеиными шкурками. Подготовиться к сезону затопления. Так, вот так, наверное, да? Макак этих нужно отсюда убрать еще. О, начался уже, кстати, сезон. Почему так рано? Что-то сдвинулось что-то, или я не понимаю нифига вашего прикола. Сейчас посмотрим, сколько мне нужно полов этих. Так. Вообще я могу сделать много. Наверное. Так, вот здесь вот. Правда, я заставил все сундуками, как я буду огораживать, я не знаю. Так, 10 штук. А сколько у меня шкурок? 7. 11. Так, и нужно холодильник себе изучить. Мясо монстра бы добыть еще. Или сделаем вот так вот. Готов, молодец. Мое мясо отвали. Так, в паки пока засунем вот это. Что в паке у тебя там вообще лежит? Денежки лежат. Кстати, магазин можно сгонять. Ну, блин, не до магазина сейчас. А пропеллер где? А пропеллер здесь. Ну, по-моему, золота у меня нету. На пропеллер нужно... Сейчас посмотрим на ускоритель на такой вот. В лодках. Моторчик, ты где? Моторчик, не помню, где моторчик. Вот он. А, всего одну. А, золота не хватает, все равно две штуки. Нужно за золотом куда-то съездить. Ладно, давайте по мере... По мере необходимости. А то сейчас затопит... И будет трындец. Так. Удобряем. Мясо пожарим сейчас. Так. Обратно положи. Вот это мясо пожарим. Так, одно мясо сюда. Это сюда. И это меняем попугаю на яйца. Попугай, ешь. Так. И делаем себе вкусняшку. Бекон с яйцами. Он поднимает здоровье и плюс еще... хилит неплохо. Нам нужно немножко похилиться, чтобы... Так. Чтобы убить холодильник. Достать себе. Так, давайте бамбук порубим немножко. Дудошки какого-то черта не хочет размножаться. Возможно, баг из-за того, что дудошка все-таки не из мира, а дудошка, которая появилась за счет мода. Может быть, из-за этого такая фигня. Где у меня тут бамбуки еще? Я не помню, сколько ткани у меня там. Мало я знаю, что ткани. Ткани нужно много.
Дудошки что-то не хотят размножаться. Какой-то глюк. Так, здоровье поправили. Так, бамбука мало. И там, вон, холодильник он стоит. Будущий наш холодильник. Так. Это три ткани. У меня... Не, нужно еще, давайте. Мне явно не хватит, а еще мешки. Хотя, по-моему, я что-то там... Не, не делал. Я, наверное, ошибаюсь. Так, чувствую, сейчас он хочет... Что-то он так смотрит, хочет напасть, наверное. Так, я в маске, да. Еще бамбук. Так, мое. Так, там у племени бананы... Ну, банан нет, а бананы еще попозже вырастут. Просто я пока путешествовал, они уже все собрали. Так, на 5 тканей у нас есть. Там племя увеличивалось? Нет. А, почему-то нет. Почему? А, нужно, наверное, около макак постоять. Они вот макаки выходят и одевают маску. Так. У меня факела нету, да? Так, ускоряемся. О, банан. Банан заберу. Ну вот эти макаки, они, правда, видите, вот теперь они шататься будут по всему. Они на других не нападают, но в то же время... Я поэтому не понял, как это племя там восполняется. Возможно, просто возрождаются макаки из племени, которые вот из того шатра выходят. И именно они становятся макаками племени. А обычных сажаешь, они просто в масках. Они... У них дополнительная защита. Так, и спожрать у меня только банан. Плохо. Так, давайте делать ткань. Это, по-моему, первый сезон, когда я нормально подготовлюсь. Так. Наверное, лучше навозом. У меня вроде навоз тут. У меня вот это вот еще есть для топлива, можно использовать. Чтоб светло было. Так, сколько у меня ткани? А, у меня вот еще ткань так нехило. Нормально так. 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 Место под коврики у меня есть. Так, макака. Держи. Вот видите, ее нифига нет как. Не берет. Она сейчас какашками не начнет кидаться. Давайте ее убьем. Че я там забрал? Гниль? А, какашка еще осталась, да? Гниль. О, сколько какашек, нифига себе она набрала. Какашек сколько. Можно вот тут добрать. Семечек у меня все равно полно. Так, давайте вот так вот сделаем. А, гниль. Зачем мне гниль? Я не помню, что я хотел с помощью гнили делать. Удобрять ей можно, но больше ни для чего. Она мне, по идее, чертова макака, собрала все какашки. И ушла. Скотина. А там одна какашка была, да? Пускай подавится. Так. А у меня неужели больше... Да, у меня больше не осталось этих шкурок. Так, давайте вот это сюда. Посмотреть. Черт, у меня все время светлячок в рюкзаке лежал, и я... Без маски, без всего. Кстати, лодочный фонарик, наверное, проще, блин, изучить. Нужна бутылка. Персонаж ничего сейчас не говорил. Наверное, сейчас еще кто-то появится. Так, так. Нужна бутылка. И, по-моему, я могу сделать... А чего не хватает-то? Свет. А, вот, вот в этом же отделе. Вот это я лучше сделаю, чем буду заправлять. А это
Это на всякий случай можно оставить где-нибудь здесь. Все забито уже всякой фигней. Так, тут что у нас? Вот, кости не на месте лежат. Так, полы. Полы, я сейчас буду долго думать и... Не успею все равно сделать. Так. А полов надо много, 10 штук, по-моему. Я выкопал. Не... подождите, по две шкурки? Разве? По две шкурки тратится? Так. Не пойму, как там, куда ставить. Да и... Давай, вот так вот. Так вот. Что тут еще? Вот это можно замкнуть. Так вот. И... Давай вот так вот. Как-то так криво получилось, но... Нужно еще змея. Черт. Я со змеями совсем не это... мешки. Сколько смогу сделать? Так, раз, два, и не хватает песка, да? Так, тут ставится, тут вот так вот. А, не, полы лучше там сделать. Черт, а где же мне змей-то брать теперь, а? Ладно, пойдемте убьем. Пойдемте убьем. Холодильник? Так. Я надеюсь, у меня травки-то есть? Да, немножко есть. Не помню, куда я всю траву делал. Ну, его просто нужно танковать, больше никак не получится. Отлично. Грибы. Грибы можно приготовить. И вообще, а как нужно убрать отсюда, от моего? Ты гады такие. Задолбали. Ну, какашка одна мне не это. Вот мясо. Это съедим. Это можно сразу удобрить. Долбаные макаки. Посох, где посох мой? Так. Хотя, блин, жалко, мне нужен этот, как его, теневой манипулятор. Тогда я смогу себе сделать это. Пойдемте змей поищем. По-любому они где-то здесь лазают. Маску одевай. Возможно, здесь есть... Змей, эта штуковина ловила. О, пускай они сожрут. Макак? Долго. Ай-яй-яй-яй-яй! Не заменилось в руке. Чё тут? Моё. Всего? Чёрт, всего одна эта. Плохо. Плохо. Макаки. Я же убирал, блин. По-моему, я убирал. Так. Мне почему-то кажется, я убирал макака от дома. Либо я забыл. А, у меня тут уже напичкано. Ну, отлично. Приготовим. Я не знаю, что приготовится. Пускай готовится, что готовится. Я вроде бы что-то сажал, а почему... Почему не посажено? Тефтельки нормально. Черт. Так. Золото. Две штуки осталось у меня, нет? Да. Две штуки. И каменного блока не хватает. Каменный блок.
И холодильник. Холодильник, холодильник поставим вот сюда. Второй котел мне, кстати, говорили сделать. Да, блин, я не знаю, мне одна, в одном-то я не успеваю ничего покажать. Мне этого хватает. Так, шестеренку берем сюда. Мне вот сюда вот еще нужен один коврик. И, наверное, вот сюда, и можно. И вот сюда вот, наверное. И можно загораживать. А, мне светить нечем. Черт. Мне светить нечем. Так. Хотя, сейчас самое время макак убивать. Я потратил, блин, на это светлячка последнего. Звук какой-то был странный. Так, где у нас тут золото поблизости? Золота здесь нету. Здесь нету. Золото, кстати, где клад? Золото. Так. Блин. Я не ожидал, что мне не хватит на полы. А вот здесь вот выкопано, здесь может образоваться. Хотя, если застелить обратно, то нифига там ничего не образуется. Да, давайте обратно мы застелим вот это место. Вот так вот. И... вот так вот. И вот так. Застелю обратно, поставлю здесь стенки. Так. И как-то вот так вот начну это дело закладывать. Черт! Почему-то так криво получилось. Так. Почему ты так ставишься? Странно. Так. Надеюсь, промежутка нету. Промежутка нету. Паки, по-моему, мешает. А где его косточка? А, вот он. А что ты так далеко от своей кости? Иди сюда. Ой, сиди здесь. Так, как-то вот, наверное... вот так вот. Дальше. Вот так вот. А, пускай на коврик заползает, пофигу. Не, ну этих-то я могу наделать еще стенок. Коврики я не могу наделать. Ну, хотя бы. О! Наконец-то, блин! Не прошло и 100 лет. Яйцо отложили, наконец-то, ё-моё. Как же долго они думали. Куда ты побежала? Я хотел тебя убить. Тут вообще макаки оборзели. Так. У Паки не осталось ничего из инструментов. Я их все куда-то повыкидывал. Ничего не осталось. У меня нету травы вообще. И вообще на моем острове травы очень мало. Так. Я в маске, все нормально. Так. Вообще я знаю, где сейчас достать еды. Вот здесь вот еда у меня живет. Кстати, грибочек. Интересно, они выросли вообще или нет? Я имею в виду... Во, еда. Подожди, где... А, вот она. Котов? Стой. Да, какого черта уходит?
У меня там пауки живут, но скорее всего нифига не будет. Кусты, я не хочу пересаживать. Кстати, по поводу комментариев, там подсказок, если какие-то подсказки вы мне писали, в серии записываю очень сильно наперед, поэтому я их просто не видел нифига. Так. Есть шанс сделать... Не, подожди. Так. Не, не получится. Так, а... Понятно. Я просто не знаю, паутинка мне нужна, не нужна? Вот так вот пауков можно всех оттуда повыманивать. И пересадить пауков можно поближе к племени. Можно было с помощью заклинания всех убить. Вот так, например. Иди сюда. Так, готов. Еще. А вон и золото, кстати. Все, никого там нету. Я не понял, чё макака там орёт. На кого? На меня? На меня она орёт, что я у неё там все забираю? Или на кого-то? Чё ты, скотина, орёшь? Стой! Не двигайся. Оба-на, у ней монетки, офигеть. Грибу кинем. Мясо тоже хочу забрать. Вот какашку можно выкинуть, у меня их много. Побежали. Еды набрал. Ну, на несколько телек точно набрал. При желании можно даже... О! Еще макаку кто-то убил. Кто-то долбанул макаку еще одну. Так, мне сейчас на племени не нарваться. До племени еще далеко. Маска? Маска племени где? Так. Выбираем вот это, а? Кто меня так побил? Неужели свинья меня так... Чё-то я как-то уже подзабыл. Кто-то меня долбанул, хорошо. Я не понял, почему говно раскидано по всей территории. Там дудошки топчутся. А, я пересаживал, кстати, ягодки, все нормально. О, кстати, еду можно уже складывать, есть куда складывать. Ледогенератор по-хорошему бы сделать. Так. Опять у меня света нету. Да какого черта я? О! Мясо. Не, не мясо. Нифига не мясо. Так. Так, перышки. Складываем. Да отвалите! Отвалите, говорю. Блин, не... Ну не офигели, а? Отвали, говорю. Так. Отвали! Так, макака остановить где-нибудь? Вкусная морковка была, сволочь. Взяла и ед как. Опа! Черт, я ж... Блин, на стуле бы отпрыгнул, честно говоря. Че сидишь? Не пробил ее. Я уж на стуле подпрыгнул.
от неожиданности. Макаки кидаются говном тут. Так. Что мне нужно? Мне нужен песок. Для этого мне нужна лопата. Чувак, у тебя лопаты есть? Нету. Кстати, семечки где-то у меня тут были. Их можно положить в холодильник. И макаки, кричишь, да? Кричишь. Ну, кричи, кричи. Кричи, кричи. Кстати, это можно выбросить. Паутинок набрал дофигища. Можно сюда положить. Так, монетки у тебя? Да, монетки все у тебя. Сейчас я вам устрою, бляха-муха. Где тут у меня? Че не хватает? Опять не хватает, да? Так. Травы не хватает. Вот что-что, а вот на острове травы не хватает мне. На моем. Остальное все есть. С травой полный трындец. Так. Поэтому нужно будет валить уже куда-то. Ну, затопит, а вообще по барабану и... Нужно... Кстати, сейчас уже начнется сезон дождей. Плохо, моторчик нужно изучить, да и все. Так, где кокон? О, еда. Кстати, что-то там, по-моему, два мяса монстра... Два от этих блюдечка и что-то там можно себе заварганить. Так, пауков я посадил бы где-нибудь вот здесь вот. Недалеко от племени, но в то же время... Вот и все. Вот тебе и... Все. Ну, вот так-то они будут периодически их мочить. Так, погнали. А тут что? Порох лежит и... Покушать. Давай, пробуй. Так. Два блюдечка. И вместо обычного мяса... Давайте сделаем монстра мясо. Это дело я пожарю. Макака, что ты тут делаешь? Что забыла? Так. На. Получай, скотина. Да ладно. Ты чё, оборзела? Вообще, оборзела. Не, монстр лазанья получилось. Слушайте, нам здоровье это отнимет, нет? Монстр лазанья. Я не знаю, честно говоря. Так. Шишки. Так. Берем, жарим это дело. Раз, два, три, четыре. Да, нам хватит на две. На две этих штуковины. На два бекона с яйцами. На два бекона с яйцами нам хватит. Сейчас полечусь как раз. И там уже попробую. Че там дудошки, как у вас? Яйцо мое, можно, конечно, их не спереть. Не, лучше пускай размножаются, потом я их убью. Блин, вот с веточками проблем никаких, а с... Не попал. Плохо. Ну давай, готовься. Долго готовится эта фиговина. Бекон с яйцами долго готовится. Вот он, готов, наконец-то. Я просто не помню, сколько лазаньи отнимает монстр лазаньи вообще. И отнимает ли она у данного персонажа вот именно. Он же все-таки темный чел. У него вроде не должно отнимать. Так. Ну, раньше было такое, два блюдечка ложишь и все окей. Давайте что-нибудь вырастим. Кукуруза фигова.
Так, дальше. Так. Камнище все равно много. Опять кукуруза. Вроде больше здоровья поднимает кукуруза, если так. Говнища много, не буду я тратить даже... Так, арбуз... Какая-то фигня всякая вырастает. Питая будет, нет. Морковка. Что-нибудь еще вырастет сейчас. Здоровье поправил. Так, 82. Да, как и всем остальным, отнимает. И рассудок отнимает, и здоровье отнимает. Стой. Опять кукуруза, да какого черта? Опять кукуруза. Где питая? Хочу питая выращивать. Картошка. Так, походу у меня уже не помещается, да? А, вот так вот. Так вот, так вот, и долбанный арбуз. Это потом придумаем, куда деть. Там дудошки топчутся. Так, выбираем. Все, последняя семечка, да? Ну, питая. Нет, черт. Драгонфрукт. Ой, этот, дуриан. Долбанный дуриан. Так, вот так вот. Так вот. Так, говно сюда. А, это дудошки спят. Это дудошки спят, блин, а не мартышки. Так, мне нужно что-то со светом делать. Светлячка поймать. Либо, блин, не, наверное, отправлюсь. Зачем я все жру, непонятно. Так, так, так. Это сюда. А, Паки, у тебя там чё? Всякая фигня тоже лежит. А, шкурка одна. Чё ты шаришь, блин, чёртовы мартышки? Не, броню... Блин, броню что сделать, действительно. Да, давайте сделаем броню. А я смогу броню сделать? Я, по-моему, ее могу по умолчанию? Нет. А тут? Звук какой-то был странный. Так, 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 где броня? Да, могу. Что-то шумит очень странно так. По-моему, могу. По-моему, три этих штуки нужно. Топливо ужаса, по-моему, штук 5. Я могу сделать броню. Да. Так. Это готово. А как, по идее, отсюда убрать? Блин. Так, на мешке. Две ткани, и мне нужно еще одно. Мне еще песок нужен, и все, один. Загородим сейчас. Сколько сможем, столько и загородим. Макака. Блин, сохранение его в это время она у меня сперла. Побольше, я не знаю, нарыть. Чё, кого они там? Ух ты! Смотри-ка. Чё тут? Семечка. Бананы созрели. О! Опа-на! Опа-на! Мясо! Вместо чего? Чёрт, вместо чего? Что можно выкинуть? Вот эту можно выкинуть. Чёрт, семечек дофига. Мясо, мясо, мясо забираем. Бананы созрели, макаки тырят их, пытаются стырить. И их за это бьют.
Нет, наверное, не успею. Говнище собрать. Собрал. Так. Погнали. Семечек, правда, можно было бы собрать тоже. Я их зря, наверное, жрал. Ну, ладно. Тут душек просто проперло. То сидели, не размножались. Теперь они плодятся, как заводные, блин. Так, ну давай еще одну тефтелю. Так. И, наверное, в дорогу уже направимся. А, только нужно сделать вначале. Вначале нужно сделать мне вот это. Вот поставлю вот так вот. Так. Конечно, не совсем так, как нужно все это делать. Ну, пофигу. Вот тут может появиться вот чертова лужа. У меня так было? По-моему, так. Так, песок где? Песок здесь. Так. Дальше. Говно здесь. Это сюда. Да, дудошки размножаются, все отлично. Паки нужно забрать. Где мой долбанный корабль? А, корабль вон. Так. Хотя пожрать мне не нужно. Ну, так сожрем. Хочу сплавать все-таки закладом. Может быть, там золото будет, может быть, еще что-то будет. Может, на этом острове будет алтарь. По времени, блин, я не помню, по времени засекал я когда, ну, примерно 30 какой-то день у нас был. Кстати, о, пойдемте убьем. Серию, мне кажется, я немножко затягиваю, хотя, может быть, и нет, просто я нон-стопом снимаю это или четвертая, или пятая серия подряд. Поэтому... Нифига не помню. Так, отвалите. Вонючки, отвалите. Так, сюда. А ты черт, мне ускоряться, оказывается, не... Так, куда? Вниз. Ну они же отвалили. Наверх. Наверх, 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 наверх. Чуть не просмотрел. У меня же есть сабли? Сабли есть. Лодка более-менее целая. И чё? По-моему, пропало. По-моему, пропал. Так, дай мне этот светильник. Ну, нет, так нет. Поплыли за это, как... Поплывем закладом. Ну, плывем в следующей серии. Кстати, спасибо тем, кто ставит пальчики вверх. Некоторые, наверное, ленятся, либо забывают просто ставить. Кстати, интересно вообще, с каким нравятся мои видосы. Поэтому не забывайте... Тыкать пальчик вверх. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Заходите в группу ВКонтакте. Увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.